Здравствуйте. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Азербайджан представит 56 спортсменов в 18 видах спорта. С предстоящими играми болельщики связывают большие надежды, учитывая, что количество медалей, выигранных национальной командой на Олимпиадах, неизменно растет. О перспективах азербайджанских спортсменов на этих Олимпийских играх мы говорим сегодня в рамках программы «Честно говоря» с вице-президентом Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингизом Гусейнзаде. Здравствуйте, Чингиз Малим. Добро пожаловать в студию. Спасибо. Мы очень рады видеть вас сегодня гостем нашей программы. И первый вопрос. Если проследить динамику, то, начиная с Олимпиады в Сиднее, число азербайджанских медалей каждый год с каждой Олимпиадой росло. То есть сначала это было 3 медали, потом это было 5, потом 7, 10 в Лондоне. Сколько медалей мы ждем от этой Олимпиады? Я начну с вашей любимой фразы. Название этой передачи, честно говоря, делать прогнозы в спорте – это неблагодарное дело. В спорте прогнозы очень сложно делать, но я всегда рискую это делать. Естественно, Лондонская Олимпиада нам дала 10 медалей, а мы как минимум по 2 медали на каждой Олимпиаде прибавляем. И поэтому простая арифметика. Я надеюсь, что наши спортсмены в Бразилии завоюют 12 медалей. То есть мы ждем роста и качества медалей, и количества медалей. А в каких видах спорта? Что касается видов спорта, естественно, что у нас главные надежды на наши традиционные виды спорта – это борьба, это бокс, это дзюдо. Мы надеемся на сей раз получить медали и в тэквондо, потому что у нас очень сильный состав. И вообще в других видах спорта тоже есть надежды. В разных видах спорта, таких видах спорта, как, предположим, гимнастика. Гимнастика. Вот у нас был олимпийский чемпион по гимнастике в свое время. Еще в 1992 году в Барселоне был азербайджанский спортсмен, беленький, олимпийским чемпионом, но потом спортивная гимнастика в Азербайджане как-то упала, развитие этого вида спорта, но сегодня оно бурно развивается, европейские игры показали, это наши спортсмены завоевали там медали. Я думаю, что в этом виде спорта, в гребле, я надеюсь, и в байдарке, и каноэ мы можем получить медали. И чем черт не шутит, в любом из видов спорта, где участвуют наши спортсмены, могут быть какие-то достижения. А Азербайджан на этой Олимпиаде получил 57 лицензий. А какие из них оказались неожиданными? Вы знаете, неожиданными оказались, конечно, я бы сказал, вот лицензия в стрельбе из лука, на которую мы не рассчитывали. По фехтованию Сабина наша, ну, она такая стабильная, всегда выступает, но как-то на Олимпийские игры ей попадать не удавалось. Вот на сей раз попала. Вот эти медали были, конечно, неожиданными. И потом остальные, я скажу, что мы все-таки надеялись, что именно и в триатлоне, и в гимнастике, и в других видах спорта мы получим медали. Наоборот, для нас неожиданность была, что в некоторых видах мы не получили лицензии. То есть наши спортсмены не участвуют. Такие виды, как тяжелая атлетика и прочее. Знаменосцем у нас будет боксер Теймур Мамедов. В спортивном мире существует такое поверье, что тот, кто несет флаг своей страны, как правило, вот ему не везет на играх, и он не получает медаль, на которую рассчитывает. А с чем связан выбор? Почему именно Теймур? Это очень хороший вопрос, очень интересный вопрос. Этот вопрос задают буквально все. Все интересуются, почему он. И у всех такое же мнение, что тот, кто носит знамя, тот неудачно выступает, но это не так. Я всегда напоминаю людям, что в Сиднее наше знамя нес Намик Абдуллаев, и он же стал олимпийским чемпионом. То есть у нас есть положительный пример. Но потом просто не удавалось, потому что, знаете, некоторые факторы. И, скажем, в Пекине нес Фарид Мансуров, но он заболел и не смог выступить. А, положим, в Лондоне нес Эльнур Мамедли, он должен был начинать
с первого дня. Джудаисты начинают с самого начала соревнований. Поэтому в этом году мы решили так. Те, которые начинают соревнования, будут готовиться, точно не отвлекаться на это. А процесс вот, несения знамени, он очень тяжелый. Потому что там они несколько раз тренируются, проходят. И этот день полностью, спортсмен возвращается оттуда очень усталым во время открытия. Поэтому спортсменам, которые на следующий день выступают, это невыгодно. С другой стороны, наша основная наша масса, силовая масса, так скажем, борцы, тэквондисты, они выступают в конце Олимпиады. И в день открытия Олимпиады они даже не будут в Бразилии. Они готовятся, понимаете? Они еще готовят, они, у них тренировочный процесс не закончился, поэтому они в это время не будут там. Единственное, боксеры с начала до конца будут участвовать на Олимпиадах. Поэтому надо было, это самый оптимальный выбор был из боксеров. Я всегда подшучиваю, шучу на эту тему. Я говорю, все время у нас олимпийские знамя несли ребята-борцы, там джудаисты все низкого роста. Теймуру 2 метра. Я говорю, пусть видит, что в Азербайджане есть и двухметровые ребята. Высокий такой, да, это интересно. А вот сам флаг по себе тяжелый? Нет, он не тяжелый. Специально есть пояс, флаг, который называется, он не тяжелый. Но если флаг начинает выносить 9-10 часов вечера, это спортсмен с 3 часов уже начинает готовиться этот процесс, и он устает. Иногда даже остается голодным. То есть он выбывает из ритма. Но мы надеемся, что на сей раз Теймур не выпадет из ритма, Теймур начнет удачно свое выступление и до финала дойдет. Мы на это надеемся. Будем на это надеяться и болеть за него. А вот так получается, что наши спортсмены не одновременно поедут на Олимпийские игры. В 2 этапа. Даже не этапы. Каждая команда, в зависимости от времени выступления его. То есть есть такой принцип. Или надо непосредственно перед соревнованием приезжать, или же намного раньше приезжать, чтобы адаптироваться. То есть, тем более климат совсем другой. Климат совсем другой, все условия другие. Поэтому каждый и это индивидуально для каждого атлета. Поэтому каждый тренер, наши специалисты федерации определяют точную дату времени приезда этого спортсмена. Например, он 17-го выступает. Он говорит, что мне надо приехать туда 14-го. Он 20-го выступает. Он говорит, что мне надо приехать туда 16-го, 17-го. И вот мы так распределили. В этом году на Олимпийских играх нас Азербайджан будет представлять 3 судей. Это в каких видах спорта? Это традиционно боксе и, скажем, борьбе, а также гимнастике. А насколько велико число судей, имеющих международные сертификаты в олимпийских видах спорта? Я имею в виду азербайджанских судей. У нас есть несколько судей, скажем так, да, это зависит от вида спорта. У нас есть хорошие судьи, даже в игровых видах спорта, по волейболу, по гандболу, международные судьи, которые судят международные соревнования. У нас много, значит, судей по борьбе международной категории, по боксу международной категории. Ну, ввиду того, что это олимпийские движения, там стараются, чтобы каждая из стран как-то была представлена. Поэтому, с одной стороны, много судей не приглашают. И вот то, что мы представлены, это уже большой успех. К сожалению, вот у нас всегда был представлен судья по тяжелой атлетике, но мы просто не выступаем в этом виде спорта. Вот каждая Олимпиада, она ведь имеет свой определенный дух, свою определенную такую какую-то эмоцию, такую, которая характерна как для этих Олимпийских игр, так она и связана с духом самой страны. Так. И вот если вспомнить даже Лондонскую Олимпиаду и, например, то, как передавали возможность участия, проведения Олимпиады, там Пеле ведь от Бразилии, он приехал и как бы представлял свою страну. Как вы думаете, какой будут эти Олимпийские игры, какой будет дух, какое будет открытие? Может быть, вы уже знаете какие-то секреты? Нет, секреты мы не знаем, они это держат в большом секрете, не показывают и даже не обсуждают этот вопрос.
Это все связано с открытием, как это будет. Открытие обычно на всех Олимпийских играх, они держатся в секрете. Даже нас, когда у нас была, были Европейские игры, это тоже был секрет для всех. Например, все ахнули, когда Леди Гага появилась, да, или там как что-то такое. И они тоже держат. Но я все-таки думаю, что главное, они будут, главное у них будет во время открытия и вообще в течение всей Олимпиады. Это знаменитый бразильский карнавал. То есть он будет сопровождать всю Олимпиаду. То есть это на улицах, вот, центральных улицах, в Олимпийском парке, в Олимпийской деревне все время будет идти вот этот карнавал. То есть настроение будет, я думаю, что карнавальное такое. Праздничное. Праздничное, да. В Бразилии сейчас широкое распространение получил вирус Зика. И вот даже Азербайджан отменил туристические поездки на Олимпиаду для своих туристов. А как обезопасить спортсменов? Что для этого делается? Вы знаете, спортсменов обезопасить легче, чем туристов и вообще население. Почему? Спортсмены живут компактно в одной деревне. И эту деревню не только от болезни, а от вообще криминала обезопасить легко. То есть там будет, там уже проведены все мероприятия, то есть опыление, там все такое. Я думаю, что в деревне проблем не будет, никаких проблем не будет. А туристы, когда едут, они расселяются кто где может. И даже места в хороших пятизвездных отелях не хватает. Есть туристы, которые хотят дешевые отели, это в каких-то неблагополучных районах города. Конечно. Это уже связано с какими-то опасностями. Не только болезни, не только Зика, но и с криминалом. Даже, как мне говорили бразильцы сами, то есть члены оргкомитета, они сетками огораживают те части города, где возможно какие-то такие эксценции, такие неприятные события. То есть они город огораживают от генералов песчаных карьер. Поэтому и те части, где будут соревнования, где вообще будут жить гости приезжие на Олимпийские игры, будут пропускать только тех людей, у кого есть билет. То есть из местного населения. Ну, это они так обещают. Ну, я помню, что бразильцы никогда не были законопослушными людьми. И как это все будет, время покажет. Но вот эта история с заборами, она чем-то напоминает чемпионат мира по футболу, который в Африке проходил. Там да. тоже были огороженные территории. Да, 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 да. Но в некоторой степени избежать эксцессов все равно ведь не удалось. Там были какие-то моменты связанные? Ну, естественно, эксцессы были и во время чемпионата мира в Бразилии, в Рио. Да, да. Они бывают везде. Ну, честно говоря, мы не должны бояться всего этого. Если бояться там какого-то комара или какого-то карманника и не ехать на такое мероприятие, это неправильно. Ну, давайте вернемся в Азербайджан. У нас ведь в стране создана совершенно потрясающая спортивная инфраструктура. И, естественно, в стране постоянно происходят спортивные соревнования. И вот любого рода. Это и европейские игры, и постоянные спортивные соревнования Кубки мира по разным видам спорта, и Формула-1. И вот в сентябре мы ожидаем шахматную олимпиаду, и это целый ряд, огромный ряд. И, безусловно, это вызывает и интерес к спорту у молодежи и у детей. А есть ли какие-то данные, насколько велик интерес, увеличилось ли число желающих заниматься разными видами спорта в последнее время? Естественно, естественно. Вы знаете, после каждых Олимпийских игр интерес растет у детей, у населения, даже у родителей. После того, как объявляется о премировании наших спортсменов, получившие золотые медали, там очень приличные суммы, родители хватают детей и ведут в секции. Кроме этого, например, я простой пример скажу про атлетику. Во время Европейских игр впервые в таком огромном стадионе было больше 20 тысяч посетителей соревнований легкой атлетики. Сама я была там с удовольствием, наблюдала за этим соревнованием. Большое удовольствие получила. Да. И вот представляете, сколько у нас было лично мне звонков, что вот я хочу, чтобы мои дети, мои внуки занимались, где можно заниматься, как можно заниматься. Я говорю, приводите детей в манеж, там ребята посмотрят, тренера посмотрят, отбор сделают.
Самое меньшее, что они получат, занимаясь в легкой атлетикой, это ОФП, это общефизическую подготовку. Растет, я вам скажу, что растет число желающих участвовать. Во-первых, спорт стал у нас не только любительским, он стал профессиональным, и он стал родом деятельности. И многие ребята, которые плохо учатся в школе, они думают, что вот из меня получится хороший спортсмен, и с большим удовольствием идут на спорт. Но ведь спорт, он требует не только хорошей физической подготовки. Хороший спортсмен, он всегда и человек очень умный, который умеет рассчитать и свои хороший спортсмен, я бы сказал, во-первых, он человек сильной воли. Проводить столько времени, тренироваться столько, чтобы добиться такого мастерства, это не каждый человек это может. Это нужно иметь очень сильную волю, это надо иметь крепкий характер. То есть характер, воля позволяет этому человеку добиться больших успехов. Естественно, если, так мы обычно говорим, если человек с головой не дружит с спортсменом, он большим спортсменом стать не может. Потому что он должен принимать моментальные какие-то решения. Он должен моментально реагировать на какие-то движения соперника. А для этого нужно понимать, и знать все это. Мы все будем надеяться на то, что наши спортсмены привезут рекордное число с этих Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Спасибо, спасибо. Честно говоря, я тоже на это надеюсь. Спасибо вам большое за очень интересные и очень содержательные ответы. Спасибо вам. Напомню, на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Азербайджан представит 56 спортсменов в 18 видах спорта. С предстоящими играми болельщики связывают большие надежды, учитывая, что количество медалей, выигранных национальной командой на Олимпиадах, неизменно растет. О перспективах азербайджанских спортсменов на этих Олимпийских играх мы говорили в рамках программы «Честно говоря» с вице-президентом Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингизом Гусейнзаде. Спасибо вам еще раз. Спасибо вам. И до свидания.